Территориальный вопрос. Границы Севастополя с Крымом пока не определены. Об этом 18 декабря в ходе итогового брифинга журналистам рассказал начальник управления государственной регистрации, права и кадастра правительства Севастополя Михаил Коняхин. Тут помимо, скажем так, сугубо моментов географических вопросов, связанных с проведением кадастровых работ, как мы сами понимаем, отчасти вопросы политические. Покуда это граница двух субъектов. Российской Федерации. Это всегда очень важно, отчасти волнительно. Он пояснил, что в ближайшее время вопрос решится. Ранее сообщалось, что главы Севастополя и Крыма в августе прошлого года договорились о создании рабочей группы по решению актуальных задач, одной из которых является согласование границ между двумя регионами. Границы двух субъектов должны были утвердить к концу 2017-го. По словам Михаила Коняхина, в конце прошлого года в государственный кадастр недвижимости были внесены сведения в отношении 61 тысячи земельных участков по нормативной цене. В течение этого года в отношении 23 тысяч земельных участков. То, что касается земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, соответствующее исчисление налогов может начаться только в 2018. Таким образом, сведения о земельных участках, расположенных на территории города Севастополя, которые сейчас содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, в настоящее время содержат лишь сведения о нормативной цене.